Какое у вас ощущение? Есть удовлетворение теми мерами поддержки с бизнеса, которые были уже предприняты российскими властями, или их недостаточно? Так, ну, мне кажется, мы же собрались на Столыпинском форуме. Ну да, я просто хотел напомнить, человек же сделал практически невозможное. Это страна, мы все помним, по учебникам истории 905 год, что происходило. Но, тем не менее, он, так сказать, он сумел не только навести порядок, как его часто рисуют многие люди, так сказать, но и изменить страну. Он создал тот зажиточный класс крестьян, который потом корчевали большевики почти 10 лет в коллективизацию. Он изменил нашу промышленность, консолидировал ее, как сейчас говорят, создал OEM, Original Equipment Manufacturer, там, Путиловские заводы и так далее, железные дороги достроил. То есть, ну, человек реально как бы сумел посмотреть в будущее, понимал страну, прожил в Саратове. Мне кажется, это важно помнить, что дело не кто кому сколько даст или отсыпет, хотя я вот хочу сказать, что новое правительство и премьер-министр Юрий Иванович, они реально, так сказать, в общем-то, проанализировав прошлое, сделали правильные выводы. Безусловно, да, компонентная база важна. Ну, какая экономика знаний, какая цифра, если нет компонентной базы, если мы не знаем, как эта операционная система даже работает, какая архитектура многих изделий из микроэлектроники, а мы ее суем куда угодно, от военно-промышленной продукции до гражданской, как это будет работать, и много вопросов уже мы сталкивались с безопасностью. То есть это вообще, так сказать, новое. Безусловно, важна база компонентные для транспортного машиностроения, это авиация, железнодорожный транспорт, автомобильный, небольшие вложения, и зачастую это предприятия, которые сейчас существуют, но которых сложно, я хотел как раз на эту тему немножко поговорить, почему у них реально сложная ситуация, она не всегда связана с коронавирусом, но тем не менее, вот во что верил Столыпин, да, он верил в то, что рыночные отношения важны, даже при участии государства, да. Он верил в институты, не будем забывать, что он фактически создал представительную власть, законодательное собрание с полномочиями. Да, и именно это законодательное собрание, именно Государственную Думу, так сказать, провело важнейшие реформы, которые позволили поднять Сибирь. В общем-то, поэтому, мне кажется, я бы поговорил бы немножечко о том, что нам, кроме коронавируса, мешает, да, и хотел бы вот еще раз напомнить, у нас был референдум, да, и 51%, так сказать, как минимум, говорят, даже больше высказалось за другой путь, так сказать, да, вот мы когда обсуждали с Борисом, да, так сказать, он сказал, так сказать, люди хотят достатка, да, среднего достатка, не только в Москве, но и везде, по всей стране. На сегодняшний день эти 51%, которые голосовали, доход у них, если переводить там, ну, условно, единицы, меньше 5000 евро. Вот, это, я считаю, унизительно, даже по сравнению с Польшей. И мне, конечно, больно, что вот профессионалы, которые собрались в правительстве, они ведь тоже вынуждены, ну, констатировать статус-кво. Ну, что такое рост? 1%, 2%? Это сохранение того, что есть. Мы ведь должны говорить о главном, да, о том, что не хватает инвестиций, то, сколько правительство перераспределит. Правительство перераспределит в качестве, так сказать, своих возможностей то, что останется в бюджете. Наша страна 109 триллионов. Бюджет 19. Если убрать социалку, остается 1,8. Если хорошо поковыряться, так сказать, после того, что останется после субсидирования процентной ставки, которую мы платим банкам, кстати, именно в этот день проходит банковский форум, на котором они с гордостью объявили, что прибыль банковской отрасли достигнет в этом году также 1 триллиона. Ну, то есть Юрий Иванович с коллегами, так сказать, там скребет по каким-то там сусекам, так сказать, компенсирует процентные ставки. Двигаемся туда. Но, опять-таки, мы не дадим людям возможность за эти 16 лет, за которые они проголосовали, построить общество среднего достатка. Вот поэтому, безусловно, вопрос, так сказать, в деньгах системных, да, 109 триллионов наша экономика, 62 триллиона общий кредит. Недофинансированность даже по сравнению со всеми, как бы, ну, сопоставимыми экономиками, в три раза. Сознательное сжатие кредитной массы якобы под какие-то там условно, так сказать,
бенефиты от низкой инфляции очень сомнительны. Когда все это понимают, хотя и правительство, конечно. Я-то вот думала, вы сейчас все-таки правительство покритикуете, а вы перешли прямо к критике Центрального банка. Давайте, да, ну и вообще банковская система. Да. А вот если все-таки вывести, все-таки вас попробовать на вот, как, ну вот абсолютную конкретику, вот все-таки мы говорим про меры поддержки, про протекционизм. Кого да в первую не очередь... Не нужны нам меры поддержки, я как раз хочу про это и говорить. Да. Смотрите, мы же росли до 2008 года. Не нужны года. Нам, это кому? Да всему частному сектору. Чего? Давайте, поддержка для бедных. Есть же люди, которые, так сказать, успешные, и их достаточно много, это... Есть отрасли, да, которые правительство системно хочет развить, там компонентные производства, так сказать, это не ОЭМ, да, так сказать, а те, которые хотят, так сказать, увеличить, либо изменить, так сказать, спецификацию свою, нужно, да, они не могут взять кредит, если они заложены, то, что называется, до трусов, так сказать, да, они не могут пойти рефинансировать, просто Центральный банк вводит закредительный характер на ряд процедуры реструктуризации. И поэтому, мне кажется, очень важно поговорить, потому что иначе мы говорим не о том, где деньги. Недостатки денег в дорогих кредитах. Понятно, потому что деньги рождаются системно. Мы все это видим. То есть, когда вы открываете первую реакцию Европейского банка, Японского банка, Федеральной резервной системы, мы говорим о количественном смещении. Потому что нужно добавлять денег в экономику. Наша экономика, так сказать, живет по какому-то магически, там, не знаю, там, другому способу, так сказать. Нам денег не нужно. Нужно перераспределить то, что они собрали. Стащили в Москву. Москва живет прекрасно. Так сказать. Часть отложили, так сказать, в стабилизационный фонд, что, наверное, тоже прекрасно. В регионах и у предприятий ничего не осталось. Важный проблема вопрос. Проблема в том, что нет денег. Деньги долговой, дорогие. Долговой нет. Рынок. У нас долговой рынок, он чуть-чуть выше, чем, так сказать, кабальный ростовщический, когда деньги вручную, так сказать, да, выдавали и выбивали потом проценты. Да? У нас фактически остался единственный инструмент – это кредит. У нас нет ни облигаций, у нас нет ни IPO. Ну, вообще все остальные инструменты, они исчезли. Это же какой-то каменный век, понимаете. Тут, я понимаю, нам не нужна была никакая поддержка до 2008 года. Внешние рынки были открыты, мы занимали сколько хотели, гораздо дешевле. Так сказать, чем сейчас, так сказать, 4-5 раз дешевле. Да? Экономика спокойно развивалась, так сказать. Потом искусственным путем Центральный банк вырвали из этого. Я понимаю, так сказать, неплохая была идея у Медведева и Шувалова создать мегарегулятор, да? Создать, так сказать, ну, центр, где бы возникал капитал. Не получилось. Центральный банк нужно вернуть и заставить его действовать вместе с правительством, обеспечивая возникновение денежной массы, который будет использоваться экономикой раз для выполнения того, что они наметили, так сказать. Ну, как она, как должна возникать денежная масса? Смотрите, ну, не печатать же? Что? Не печатать же нам денежную массу. Ну, давайте, смотрите, не надо никого печатать, никто ничего не печатает. Вообще, так сказать, банки с бумажными деньгами же не работают. А вот ребята, они давно уже, так сказать, с телефоном не расстаются, никто ничего не печатает. Нужен учет облигаций. Понимаете, когда это системная бумага, которая расширяет возможности. Мы сейчас в кабале у банков, и военно-промышленный комплекс в кабале у банков, и муниципальное образование. Если... Это важный вопрос, потому что без денег мы не в состоянии решить. Еще бы хотел бы два вопроса также поднять, так сказать, которые у нас остановят. Да? Юрий Иванович сказал, так сказать, ну и в целом правительство суверенитет. Да, мы убедились, так сказать, да, что новая... Там экономика знаний, цифровая экономика, она несет с собой риски. Там все эти кибервопросы, там вопрос кибербезопасности, все остальное. Нужна компонентная база для микроэлектроники, понятная нам. Понятно, нам нужны, так сказать, контроллеры, которые мы устанавливаем в наших АСУТП, так сказать. Мы понимаем, как они работают, кто их триггерит, как они, так сказать, к ним доступ, так сказать, все остальные вопросы. Также экономический суверенитет нужен для всех остальных, знаете, торговые войны, ограничения, эмбарго, санкции. Но опять ведь достаточно позорно, да, ведь что бы ни случилось, там какая трагедия случилась, опять санкции, опять они действуют на нас, ведь это же следствие не развит платежной системы, весь мир уже давно, так сказать, ну, экспериментирует. Китай через 2 года запустит цифровую валюту, мы до сих пор карабкаемся в этом свифте с этим долларом и не можем отказаться от него, это сильно влияет даже на партнеров, если даже мы создадим условия, так сказать, партнеры боятся приходить, потому что при любом повороте политическом, ну, как угодно, так сказать, да, там, так сказать, первое, что происходит, так сказать, им начинает угрожать, так сказать, из Вашингтона, из Брюсселя, уже откуда угодно, да. И еще раз говорю, так сказать, нам нужна стратегия, и мы ни в коем случае, мы
двумя руками поддерживаем то, что делает правительство и то, что он делает в социальной сфере. Поездка премьера по стране, она показала, что, в принципе, так сказать, люди понимают, так сказать, но нужно решить проблему. Либо у нас 51% бедняков так и останется, либо они станут миллионерами. Что значит станут миллионерами? 55 тысяч евро, мы их можем обеспечить работой и достатком, так сказать, 15 тысяч евро, просто как в Польше, так сказать, да, на наши, назовем так, законные платежные средства. А это... подождите, это важно. И это... То есть вы рисуете, сейчас, секунду, давайте разберемся, давайте. Потому что вам понятно, о чем вы говорите, но я думаю, вот не всем сейчас понятно. Хорошо, вы перечислили, ну, все факторы политического фона, в котором существует наша экономика, санкции, отсутствие дешевых денег заграничных, ну и все остальное. Мы это все понимаем. Это политический фон, который, очевидно, в ближайшее время, ну, судя по всему, не изменится. Ну, я так понимаю, что бизнес это понимает. Сейчас вы говорите, что мы можем сделать так, что люди станут жить в три раза лучше. Как? Сами внутри своей суверенной экономики. Сказать, конкретно пора, как? Нужно, вот как? Вот прям можно поработать. 16 лет, так сказать, предприятия готовы расширять свое производство. Правительство создало условия для создания компонентной базы. Вы что, сомневаетесь, что газ... Допустим, он не способен экспортировать? Конечно, способен. 22% продукции газа уходит на экспорт. Но есть проблемы с нашими поставщиками, которые, испытывая системное отсутствие финансирования, не могут быстро проводить модернизацию. Рулевое управление, тормозные системы, даже электроника, какие-то вопросы, так сказать, связанные с, не знаю, коробки передач и так далее. Это вопросы, они уже взваливают. Мы не можем дотянуться, так сказать, до каждого поставщика, а их десятки тысяч. Точно так же вопрос, который поднял Юрий Иванович, вопрос микроэлектроники. Тоже важный вопрос, но, знаете, любой заказ, ты понимаешь, он пройдет платеж, пройдет товар границу или нет, так сказать, потому что его останавливает, так сказать, всевозможные. То есть какон, который действовал при Советском Союзе, это просто цветочек. Это важный вопрос. Они знают, что нужно сделать. Это любая инвестиция в компонентную базу, это десятки тысяч рабочих мест на сборочных производствах. Опять-таки у нас и экспорт, который добавляет. То есть, еще раз говорю, люди станут богаче не потому, что им мы раздадим по 100 рублей к пенсии, так сказать, потому что они в состоянии будут заработать на этих предприятиях, не только в Москве. То есть правительство должно инвестировать, должно помогать бизнесу Дайте закончить. Доступные деньги. До инвестирования еще далеко. Капитальный рынок, он сейчас не заработает. Это есть, конечно, да, но не в таком смысле. Нам нужен нормальный долговой рынок. Предприятие не в состоянии сейчас привлекать ресурсы через банковскую. Она монополизирована, у вас 6 банков, у них четкий приоритет, так сказать, отдал им 8%, живи спокойно. Но невозможно конкурировать с китайцами, у которых то же самое 3,5. Просто невозможно. Невозможно, когда ты выходишь на рынок. Тебе нужно заплатить за выход на рынок. У нас есть еще одна существенная проблема, которую мы не можем решить. Это логистическая, Юрий Иванович о ней не сказал. То есть, если мы не сможем доехать из Воронежа там, до Шанхая, так сказать, за там, 9 дней или там, до Гамбурга за 7 дней, я условно говорю, там, Киев, там, любые города европейские, продукция, это, конечно, никому не будет нужна наша компонентная, так сказать. А то, что говорит Юрий Иванович, то, что начали нефтяники и все остальные тоже начали давно, это углубление, переработка. Мы сейчас экспортируем, так сказать, на адские деньги, так сказать, сырье. То же самое сырье можно переработать. Опять, это десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Вот ребята, которые построили в Подмосковье завод, так сказать, они создали почти 6,5 новых рабочих мест, тысяч. С другой совершенно зарплатой, понимаете. Та же нефть, тот же газоль, так сказать, да, так сказать, который перерабатывается, он также потребляет. Мы говорим о том, что нужно спланировать, так сказать, эту работу по этапу. У нас 16 лет, как нам объяснили через референдум, так сказать. У нас есть 4 четырехлетки. Вот первую четырехлетку они уже наметили. Можно выполнять. Нужно решить одну проблему. С доступностью средств. Вы 16 лет вперед, что ли, посчитали? Я-то сразу не поняла, что у вас за 16 лет? Уже у нас и пятилетки мы тут упоминали, и краткосрочный план, а вы вот о чем. Я теперь наконец поняла, что за 16 лет. То есть вы дальше правительство в этом смысле смотрите. У вас на 7 лет, да, Юрий Иванович, план? Вы уже расписываете на 16, понятно. Хорошо, то есть я правильно понимаю, что долговой рынок – это проблема номер один, которую вы… Вот... Важнейшая, нет другой проблемы для страны. Если не будет доступных по срочности и стоимости средств, не нужно никому ничего раздавать, никаких подарков, ничего. Дайте возможность компаниям, банкам, даже населению.
почему-то я сталкиваюсь со своими коллегами, сотрудниками, да, там в Поволжье, на Урале себе. Люди хотят нормальную ипотеку. Почему мы для первички не можем дать им 4%, 5% ипотеку? Может, опять какой-то, не знаю, там, каннибализм, так сказать. Мы заставляем их брать, так сказать, закладывать сюда трусов, так сказать, только для чего-то. Да, потому что он потом, так сказать, не мог даже, не знаю, так сказать, отдохнуть, съездить, людей в школу отправить, одетые. Это же абсурд, понимаете, это же ничего не стоит, понимаете, тем более инфляция. Ну, посмотрите, мировые практики, так, посмотрите, что они обсуждают, так сказать, она носит глобальный характер, но вообще невозможно ее регулировать на региональном уровне, уже все признали, так, да. Многие от нее отказались, нет, мы как мантру, давайте мы сожмем этот долговой рынок, еще раз, 109 триллионов наша экономика, унизительно мало, так сказать, ну, условно, так же, как Столыпин когда-то начинал, так сказать, да, 62 триллиона совокупный кредит на все, когда должно быть, так сказать, больше 250. Ну, просто для того, чтобы функционировала экономика. Ну, Венгрия, Польша, так сказать, я уже не говорю там про Китай, Малайзия, Индонезия. У них такие же сопоставимые цифры. Почему мы решили сжать сами себя? И это сжатие имеет серьезные последствия в виде отсутствия роста. И правительство, которое в состоянии только управлять то, что у него есть, так сказать, да, конечно, оно не в состоянии, да, обеспечить больший рост. Это предел. Хорошо, будем дальше об этом говорить. Хочу, знаете, еще, вот, надеюсь, коротко ответите, спросить вот о чем. Сейчас, ну, все говорят о теме экологии, о том, как бизнес любой, крупный, разный, особенно крупный, должен вкладываться в экологичность своей работы. Откуда брать деньги, если нет денег там, на развитие? А надо модернизировать свое производство, переходить на совершенно новые, совершенно другие технологии, чтобы не допускать, ну, там, экологических проблем, какие мы видели даже там, в этом текущем году. Что с этим делать? Кто должен стимулировать бизнес? Откуда брать деньги? Вот конкретно на это, на там, новую, ну, даже не зеленую, но просто на экологичные предприятия. Марин, как вы думаете, откуда брать деньги? Деньги берут из долгового рынка. Но еще раз, так сказать, ну, вот представьте себе предприятие, я даже не знаю, так сказать, ну, просто небольшую ТЭЦ, находящуюся где-нибудь под Пензой, да? Ну, чтобы ее модернизировать, она же не увеличивает выпуск. Вы понимаете, да, она не увеличит объем, платежеспособный спрос не увеличится, так сказать, денег у нее в бюджете нет. Но они должны иметь возможность занять. Ну, если мы хотим, так сказать, чтобы они занимали, почему нельзя, так сказать, обеспечить им заем за, там, не знаю, 3% для экологических средств? То есть они присылают проект, так сказать, утвердит местная власть, так сказать, 3%. И сейчас что происходит? Сейчас эти 3% в конце концов появляются для экологических проектов. Просто Юрий Иванович и остальные, и Москва субсидируют. Они доплачивают этим банкам вот эти 7%. И мы на них смотрим, как на какие-то священные коровы. Ребята, ну триллион прибыли. Вы что, в шахте? Не знаю, Вас задела прибыль банков? Я просто хочу показать на контрасте. Хотите узнать, так сказать, прибыль совокупную транспортного машиностроения, всех железнодорожных и так далее? Ну, я могу Юрия Ивановича попросить, так сказать, но я вам гарантирую, меньше 100 миллиардов рублей на сегодняшний день. В 10 раз. Ну, то есть прям перекос экономический. Ну, это же очевидный перекос. Ну, понимаете, мы говорим, нам как-то стыдно об этом говорить. Ребята, ну, не успокойтесь, ну, откуда там эти 7% по ипотеке? Или 6,5%, но при условии, что опять правительство и та же Москва донесет еще 2%. Ну, а есть инструменты-то сейчас, этот долговой рынок, который развить? Конечно, выгнать их, и все закончат. Понимаете, у нас на предприятиях так не церемонится. Сорвали аплодисменты. Хорошо. Ладно, давайте давайте к мегаполисам перейдем, как бы от темы долговых рынков. Тоже интересно, как мегаполисы переживают. Вообще Москва богатая, тоже завидует Москве очень. Даже, наверное, больше, чем банкам. Нет, Олег Владимирович, вы сейчас у нас вы. Вот. Москва пускай живет, ее просто хватит кормить. Вот я еще раз простой пример хочу привести, да. Вот, ну, вы попадаете в небольшой город, ну, условно говоря, Братск, и вы узнаете, так сказать, да, там, какая ситуация там с пульмонологами. 220 тысяч человек, еще 180 тысяч вокруг, плюс Транссиб, считайте, еще 100 тысяч, да, 3 пульмонолога. Уже один болен, так, да, там, условно, на апрель месяц, да. И
я секундочку задаю себе вопрос, да, мы построим эти инфекционные больницы там или нет? Хорошо, мы их сами готовы, в этих условно моногородах крупные компании готовы их сами построить. Давайте оставим деньги, которые мы бы перечислили в бюджет федеральный в качестве налога, у этой компании, с представительным органом власти, и мы построим там и больницу, и садик, и школу, и бассейн. Нет, мы их загоним в Москву, здесь спрячем в стабилизационный фонд, Эльвира Сахипзадова накупит на них, так сказать, этих долговых бумаг американских, сядет и расскажет, что у нас резервы 600 миллиардов долларов. Очень интересно людям братски об этом послушать. Я вам так скажу, вот просто сидишь с ними иногда, так сказать, да, вот прямо... Прямо не хватает мне здесь представителей Центрального банка. Хотелось бы сразу после вас как-то к ним прийти. Зачем? У меня же есть красивый банковский форум. Там пьют настоящее шампанское, дорогое. Вот это Олег Владимирович. Зачем вы обидели наше российское шампанское? Я, кстати, попробовала до начала. Это лучшее шампанское в нашей стране. Но оно доступное для людей. Слушайте, это же здорово сейчас. Нам нужно все доступное, поэтому, Борис Ильич, не слушайте его, у вас доступное. Хороший, сейчас выступлю амбассадором практически вашего бренда.